Мама разрешила мне надеть этот галстук на похороны. После этого я носил его почти каждый день. Мы переезжали в Майку, штат Аризона. Мама нашла там хорошую работу, город был тихий и далеко. Бум, новый галстук. И еще. Эти футляры просто чудо. Тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения. Ты уже на 20 минут завис. Все нормально? When some loud bragger tries to put me down and say school is great. Ну же, давай! Давайте! Но спасибо за приглашение. До того вечера я считал лягушек странным выбором. Болотные лягушки в основном спят. О чем? О том, что мне нравится с тобой общаться. Мне с тобой тоже. Так же важны в соцсетях, как и в реальности. Итак, заключение. И помните, я говорю по своему опыту. После ее появления все изменилось, но в лучшую сторону. Так иногда бывает. Но ведь это странно. Разве нет? Суман, человек пострадал, а все просто стоят и смотрят. И начнем сначала. Старгерл, твое настоящее имя? Да. Так тебя назвали при рождении? О, нет. Ты все еще хочешь со мной? В Тусон? Да. Да, конечно, хочу, Сьюзен. Ты только что описал подростка.